Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Сегодня мы будем делать битву аниматроников. Смотрите, какие у нас здоровенные, просто класснючие аниматроники. Мод на зомби есть, с Майнкрафта, ну и просто будем делать битву, веселиться. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Диман, давай хотя бы так попробуем, будут они драться? Офигеть, у вас они огромные, да? Мне кажется, мы переборщили, я могу у Чики тут... Я могу запрыгнуть на ее ласты? Нет. Знаешь что, Димон, прикол? Мы можем просто рассмотреть прям в детальности каждый вот NPC-шку. Вот. Прям каждого аниматроника. Да. Видно все детали. Круто. О, Димон, фоткай. Блин, классно. Я не знал, что... А что, так важно было? Смотри. О, Димон, у него голова твердая. Блин, можно в футбол играть. Офигеть. На башке. Это у нас, типа, ребят, футбольного поля. Во. Давай, Диман, запускай их. Так, ребята, ставьте лайки, чтобы были битвы эпичные. А мы начинаем. Опа! Чика, бей его. А чё они целуются? Ребята, мы так не договаривались. Не-не-не-не-не. А драка где? Диман, мы их сильно увеличивали. Давай я Чику уменьшаю, а ты уменьшай зомби. Как раз проверим, с какого момента начнут они драться. Будем знать, как увеличивать. Смотри, какая Чика огромная, а он маленький. Ну давайте, деритесь, мужики. О, вот, Димон, будем знать. Пошло, Димас. А чё? Блин, я такого не ожидал, что за говно? Так, стой, Димас, отключай этот. It's okay, сделал. Ставим две аниматронихи. И смотрим. Я право увеличиваю, чем ты. Все, давай, Димас. Ага. Одна из них главарчика, главарша. Ну это которая повыше, я так понял. Чё? Вот. А, они даже не ходят, впадло им что ли? Чё такие драки слабые? Чика так голову задрала, в неё посмотрел. Чё драки ненасыщенные? Да что такое, он лапами прибил. А чё они такие сильные? Давай попробуем этот, не сильно увеличивать. О, смотри, бьют. О, может гигантских зомби делать против маленьких этих? Так, Димас, вот сейчас обездвижишь их. Обездвиживаю. Так, смотрим на эпичную битву между аниматрониками, Фокси и Чикой огромедными. Вот сейчас я два раза увеличиваю каждую, вот по два раза, давай попробуем. Да-да-да, вот я тоже по два раза увеличил. Давай. А одна пусть маленькая будет. Чилипиздриха. Дитё, мы теперь можем делать, это, детей аниматроников и взрослых. И битву. Да-да-да. Все, начинаем. Погнали, так, посмотрим, погнали, ребята, погнали. Не знаем, что будет, но что-то будет. Опа, детей не бейте. Смотри. Смотри, маленький. А что они не дерутся? А, два раза нельзя увеличивать? Они дерутся. И не дерутся. О, дерутся, дерутся нормально. Ну, Димас, ну такое как бы Чики сильнее. Да, Чика жестко. Сильнее будет, Чик. Показывай, давай я обездвижу пока, мисс. Давай. О, Фредюшкины. Вот они, знаешь, у них мускулы, да, видишь, такие мощные. Ну прям ребята. Мужики. Все, давай, Димас, запускай. Они пошли. Битва таких. Погнали. Чик. Крутых Фредюшкины. Давай, давай. Мочитесь, мочитесь. Я такой маленький, возьми. Да ладно, да вы что? Диман, это отряд самоубийц, их невозможно выиграть. Это нереально. Как? Это вообще. Давай еще, Димончик. Давай, знаешь чего? Очень интересно посмотреть, как будут драться вот эти человечки против скелетонов, Димас. Чтобы они не двигались. Давай, 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 Димончик, завтыкайшн. Опа. Так, и смотрим. Увеличиваем. Огромные скелеты, ребят, против аниматроников. Ну, не сильно больших, но погнали. Мне нравится маленький аниматроник, до сих пор живой. Давай, все. Запускай их. О! Да что такое? Диман, ты каких-то этих... Это робокопы какие-то, их невозможно убить, терминаторы. Так, ладно, Фредди, с поля боя убираем. С поля боя убираем. Диман, наша классная, вот смотри, стой, пусть один останется. Еще поджечь его, смотри, как эпично, Димон. А я лечу и... Блин, ребята, это круто, в Гаррис Моде важно все. Была фантазия. Офигеть, Диман, мы еще так с тобой никогда не делали. И полетел. Все, ребята, вот как мы избавляемся от ненужного хлама? Запускаем его в небо. Сначала поджигаем,
А потом запускаем. О, ведьмы против аниматроников Чика. Значит, смотрим. О, пошла сразу драка. О, мне Дима нравится. Классный мод. С клянками бьют. Смотри. Давай, 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 давай. Да, да ну что такие крячки? А, еще одна живая. Споткнулась, упала. Смотри, у них переговоры, Димас, подожди. Она колдует, там что-то колдует. Так, на тебе. Колдует, колдует, да. У них жизни кончаются или нет? Смотри, этот с мешками пуляется, смотри. Каким-то электричеством каким-то. Смотри, смотри. Прикольно. О, пошла жара. О, прикол. Давай снеговика одного увеличим, главарь ихний. Давай. Один должен быть главарем. Так, ну что, а кто на этого снеговика здорового? Только они урон не наносят, Дивас. Они же это, карлики. Точнее, у них снежки, они снежки не убивают. Ребята, ставьте лайкосик, ну классно же. Куда ты пошла, Чика? Она пошла драться, Дивас. Отставим. Я не могу, смотри, она нормально, участие прям принимает. Обездвижу, Димас, чтобы я смог... Хорошо, хорошо, Диманчик, пилю. Всяких. Так, смотри, вот скелета поставим, зомбака, ведьму, паука. Это сейчас будет что-то... Это вообще жестко, Диман. И крипера. 5 на 5, Димас. Ого, это стена на стенку. Да. Фокси, ты готов? Это битва между этими... Диман... Мне кажется, он не участвует. Да нормальный Фокси, ну что ты? За ногу погрызет. Это Фокси карманы, не надо на него наговаривать, мне он нравится. Опа, Фокси, пошел. Ого. Ого, нормально. Давай, бей его поляшки, бей. Здорово, мужик, как дела? Наконец-то мы с тобой одного роста, ты даже больше. Ай, кто там? Ай, блин, я испугался. Больше. Это, короче, мир мультиков против мира игр, понял? Пойдет. О, Патрик, да. Ничего себе. Они все с СМГшками. Сэнди, типа, Сэнди, банда. Я не помню. Понял, банда такая дикая. Да, да. О, Спанч Боб. Так, о, я Спанч Боба никогда больше не видел. Так, ну главарь ты, Дима, сам знаешь где. Вот, смотри, я его выставил вперед. Да, он... Самый главный. Это маленький такой, ну пусть будет главный. Это самый главный. Ребят, вы не подумайте, он по росту такой, а в душе он, знаете, какой воин. О, да, это самый настоящий мужик, который есть. Мужик. Мужик, спуска. О, все, четко. Давай посмотрим на эту эпичную битву. Спанч Боб. Двух. Я надеюсь, ты не подведешь. Ты так лыбишься, у меня же твои страшно зубы смотрят. У него офигенный взгляд у Спанч Боба. Спанч Боб, смотри, у него пули какие, наверное, вылетают. Да, на ему. Смотри, диппер как гасит, неплохо. Ого. Ого, отступают, смотри. Смотри, смотри, отступление. Прям тактон. Фокси, Фокси побежал. Фокси, опа, вообще опа. В туннель хотел. Прикольно, прикольно. Димас, смотри, как главарь идет. Диппера убили, остался Патрик, Димас. Я вижу. Он задницу поставил, короче, и этот, собирает пули в нее. На, все. Выиграли. Эх ты, Патрик. Вы когда-нибудь видели огромных хэдкрабов? Вот, вот сейчас... в реальной жизни, Димас, покупаешь курицу домой, приходишь, увеличиваешь, и у тебя большая курица. Неплохо, неплохо. Да, было бы классно. Давай еще чуть увеличим, вот мне не хватает. Вот это хэдкрабики, ребята. Вот это да. Вот это я понимаю. Во! Это мой ручной питомец. Видишь, большой не стреляет, когда сильно большой делаешь. Он это слишком долго шпаникает. Не, стреляет, стреляет, Димас. Он убивает. А, я вижу, да. Подстреливает. Заряжается. Четко все. Ну, прикинь, пули вылетали бы такие же. Да, такие же большие. Это взрывы. Убили? Нет. Убил. Ого, забагался. Смотрите, летят. Вон труп его летит. Летит, летит, летит. Ого, они их раскидали. Димон, даже орда альянсов не смогла справиться. Прощай, мужик. Беги. Беги, дурачок. Опа, другой выбежал и получил по щам. На. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!